Привет всем! Смотрите последний раз на такую мастерскую. Сейчас я буду все тут перестраивать опять. Короче, сюда надо. Шкафчики все подвижные, все на колесиках. Токарный, посмотрим еще как получится. Потому что места нифига нету. Так хоть можно будет, если что-то побольше, все в кучу сгрести или выкатить. Только надо не промахнуться, как с циркуляркой, которая в дверь не пролазит. Так что это все сверху пока остается. Хочу пол сделать поровней маленько. Решил все-таки ламинат сюда запиндюрить, наверное. Не знаю. Посмотрю, что там по цене получится. Короче, вот так вот. Начинаем ломать все. Но ломать не строить, душа не болит. Надо что-то думать новое. Так не пойдет. Строил тут ящик, ничего не влазит, блин. Ничего никуда не укатишь. Доски длинные не попилишь. Ничего не попилишь. Короче, начнем по новой все. Буду огрызками показывать, что получается, что нет. Это все выгребать еще надо будет тут. Если паркет стелить, тогда придется все полностью вытаскивать отсюда. Так что не отключайтесь. В конце должно интересно получиться. Еще тут проблемка у меня. Может, кто что подскажет. Потолок вот такой. Вот эти балки убирать уже нельзя. Потому что крыша провалится. А лампочки вот так я повесил. И вот это все вот перекрывает, все мешает, не знаю. Здесь получится сильно низко. Головой буду цепляться. Что тут придумать как-то надо? Или может у кого идея есть какие-то прожекторы там, не знаю. Вот так в углы или куда там. Я не электрик и с этим сильно не разбираюсь с заморочками с этими. Что-то надо делать, потому что по пол мастерской освещает. Даже если везде свет включишь, этот угол все равно темный потом получается, блин. Короче, непонятно. Маленько. Вот так оно тут. Если что, идеи какие-то есть, пишите. Надо что-то думать с этим, потому что работать не видно, блин, ничего, что делаешь. Так, ну что, столько уже отвоевал. Продолжаем. Сгонял быстренько магазин. Прикупил вот такой вот цвета яблони. Самый дешевый, естественно. В чем получилось 14 евро метр он стоил. Я прикупил за 6, потому что последние 5 пакетов оставалось. В избушке тут кирдык полный. Ничего не понятно, где что. Я тут пиляю. Места нету уже. Еще надо как-то вот это вот вытащить. Вот это, куда ставить буду, не знаю пока. В огород, наверное, понесу. Еще у меня горе, я все думал, что у меня 11 квадратов тут в мастерской. Померил, у меня, оказывается, 10 всего, блин. Это еще не лучше. Ну ладно. Сейчас будем выжимать с нее опять все, что можно. Поглядим, что тут по-другому встанет, что как сделается. Места мало, блин. Ну, будем выдавливать с дохлой мухи килограмм сгущенного молока. Так. Циркулярку так и не вытащил. Не могу. Придется так ложить кусками. Пленкой забил мешки, купил мусорные. Дешевле получилось, чем то, что надо там. Вообще понятия не имею, как паркет ложить, ни разу еще не делал. Ну, наверное, ничего сложного, я думаю. Снимать не буду, потому что негде. Тут вообще ужас. Я даже не знаю, где мой штатив теперь. Ну, короче, как кусками, может, покажу, как ложу. Так что дело двигается полным ходом. На улице темнеет быстрее, чем я что-то успеваю, блин. Но тут хоть теплее будет. Тут щели были в полу, блин, зимой. Что-нибудь делаешь,
по ногам дует так, что не знаешь, куда бежать, блин. Это было несколько комнатушек вот таких вот. Вот где вот эти все стенки. Это был отдельный коморки. Тут какая-то фигня была настроена, непонятная, блин. Вот это все было отдельно, 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 отдельно. И вот эти все между ними. Здесь были стены. Это я все убрал. И там доски погано к ним приложены. Там дыры. Ужас. Ну, было удобно мусор туда сметать. Но сейчас не буду. Так что продолжается. Так вот уже. Короче, утеплил я вон. Ковер постелил. Как раз хватило от стенки в ноль до стенки. Ничего резать не пришлось. Вот этот край только пришлось отпилять. А там все ровно. Вот столько уже напихал. Классно, светло будет. И ходить лучше стало. Ничего не гремит, блин. То тут шарахаешься, блин. Все соседи слышат, что ты тут. Там пленка под низом, чтоб влага не попадала. Там, в принципе, под домиком сухота такая, что деревья дохнут рядом стоят, которые... Ну вот так. Циркулярку так и не вытаскивал. Короче, одной рукой ее держал в воздухе и под нее доски подсовывал. И половик. Так что строим потихоньку. Так, ну что, добил я пол свой. Тут уже плинтуса сделал. Тут еще не могу. Всю электрику надо менять, блин, по новой делать. Так что пол сделал. Теплее стало сразу. По ногам не дует. Все нормально. Ну, дальше осталась неинтересная ерунда с проводами. Это уже не буду снимать. Так что пол мне поможет хорошо зиму пережить. Половик под ней, под этим ламинатом. Это для скептиков специально. Он нейлоновый, там гнить он не будет. Сухо там все, пленки слой, короче. Потом половик и наверх я сразу ламинат заколбасил. Так что утепляйтесь тоже, кому можно. Ну а как она будет в конце выглядеть, это уже в следующих видосиках, когда-нибудь, когда я начну снова что-нибудь делать. Это, наверное, не скоро еще будет. Пару неделек еще тут придется убить мне. Отпуска нету, блин, по выходным. В субботу. Так что не теряйтесь. Скоро вернусь, когда делаю. Ну, всем пока. Спасибо всем за внимание. До новых встреч в эфире.